Приветствуем вас на канале Роса ТВ. Сегодня речь пойдет о применении специй в аюрведе. Аюрведа, древняя индийская наука о жизни, относится к специям не просто как к приправам, а как к мощным инструментам для поддержания здоровья и гармонии. Ведь они могут не только обогатить вкус наших блюд, но и оказать благотворное воздействие на весь организм. В аюрведе специи используются как для профилактики, так и для лечения различных недугов. Считается, что каждая специя обладает определенными энергетическими свойствами и влияет на доши – вата, питта и капха, которые, как известно, управляют всеми процессами в нашем организме. Правильно подобранные специи помогают сбалансировать эти доши и поддерживать гармонию. Они могут улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и даже повысить настроение, делая нашу жизнь более здоровой и радостной. Итак, согласно аюрведе, наше здоровье зависит от баланса трех дош, которые называются вата, питта и капха. Каждая доша отвечает за определенные функции организма и имеет свои особенности. Вата – это движение и воздух, питта – огонь и метаболизм, а капха – структура и стабильность. Специи, в свою очередь, обладают способностью уравновешивать эти доши, помогая поддерживать гармонию в организме. Например, имбирь и корица согревают, поэтому полезны для ваты и капха, так как они помогают улучшить циркуляцию и согреть тело, но могут быть избыточными для питты, вызывая перегрев и дискомфорт. А вот охлаждающие специи, такие как кориандр и фенхель, успокаивают питту, снижая внутренний жар и воспаление, но могут усугублять вату и капху, вызывая холод и застой в организме. Аюрведа выделяет 6 вкусов – сладкий, кислый, соленый, острый, горький и вяжущий. Эти вкусы играют важную роль в поддержании баланса в организме. Каждый вкус воздействует на доши по-разному, помогая поддерживать гармонию и здоровье. Специи же обладают разнообразными вкусами и могут использоваться для коррекции дисбаланса. Давайте рассмотрим несколько примеров, чтобы лучше понять их свойства. Куркума обладает острым и горьким вкусом. Она широко используется в аюрведе. Успокаивает капху и питту. Улучшает состояние и цвет кожи. Куркума известна своими противовоспалительными свойствами и благотворно влияет на пищеварение, а также поддерживает иммунную систему и является сильным противоаллергическим средством. Имбирь – согревающая специя с острым вкусом, которая часто используется в кулинарии. Стимулирует пищеварение, снимает тошноту и обладает противовоспалительным действием, что делает его незаменимым в домашней аптечке. Успокаивает капху и вату, но, несмотря на острый вкус, не увеличивает питту, так как имеет сладкий вкус после усвоения. Кориандр – охлаждающая специя с вяжущим, острым и горьким вкусом, которая добавляет свежесть блюдам. Успокаивает все три доши, улучшает пищеварение и обладает мочегонным эффектом, что помогает выводить токсины из организма. Тмин – согревающая специя с острым и горьким вкусом, которая часто используется в индийской кухне. Способствует пищеварению, уменьшает газообразование и обладает антибактериальными свойствами, что делает его полезным для здоровья кишечника. Фенхель – охлаждающая специя со сладким и слегка горьким вкусом, которая часто используется в чаях. Улучшает пищеварение, снимает спазмы и освежает дыхание, что делает его идеальным после еды. Конечно, это лишь некоторые примеры аюрведических специй и их свойств. В аюрведе существует множество других специй с уникальными свойствами. Выбор специй всегда зависит от индивидуальных потребностей и конституции, поэтому важно консультироваться с аюрведическим специалистом. В аюрведе пищеварению уделяется особое внимание, ведь оно считается основой здоровья. Именно специи играют важную роль в поддержании здорового пищеварения. Они разжигают пищеварительный огонь – агни, способствуя расщеплению пищи и усвоению питательных веществ. Многие специи обладают ветрогонными свойствами, то есть уменьшают газообразование и вздутие живота. Также они способствуют детоксикации организма, выводя токсины и шлаки. Специи известны своими антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и укрепляют иммунную систему. Регулярное употребление специй помогает укрепить иммунитет, повысить сопротивляемость организма к инфекциям и улучшить общее самочувствие. Специи – это настоящий дар природы, который аюрведа использует для поддержания здоровья и баланса.
Они помогают регулировать доши, улучшать пищеварение, очищать организм, укреплять иммунитет и улучшать общее самочувствие. Важно помнить, что специи – это мощные инструменты, и их следует использовать с умом. Перед тем, как включать новые специи в свой рацион, рекомендуется проконсультироваться с аюрведическим специалистом, чтобы он подобрал индивидуальную программу с учетом вашей конституции и потребностей. Качественные специи можно приобрести в бутике аюрведы и восточной медицины «Роса». Также у нас в наличии самый большой выбор в Украине аюрведических препаратов. Вы можете получить квалифицированную консультацию аюрведического врача по подбору специй именно для вашей аюрведической конституции. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на наш канал и наши группы по аюрведе в Телеграме. Ссылки на наши ресурсы в описании под видео. Всего вам доброго и до новых встреч!